Первый российский фестиваль гитарной музыки стартует уже завтра. Пожалуй, это самое массовое мероприятие, которое когда-либо проходило в Плёсе. Около 3000 участников будут гостить в Волжском городке 2 дня. Откроют фестиваль в 14:00. Затем до позднего вечера на сцене будут выступать исполнители. Минута славы достанется и молодым гитаристам из Иваново. Выступят наши ребята из областного музыкального колледжа. Те наши музыканты-гитаристы, которые уже на сегодняшний день имеют тоже достойные награды. Они, например, прекрасно участвовали на международном фестивале в Испании и гран-при. И очень много побед у них на российских уровнях. Поэтому это своеобразная вот музыкальная школа между профессионалами и, будем говорить, начинающим свой путь гитаристами. В Левитан-холле профессиональные гитаристы проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих. В дачном театре имени Федора Шаляпина можно будет посмотреть фотовыставку «Гитаристы». Основное действие развернется на сцене у дебаркадера. Под открытым плёсским небом выступят ведущие гитаристы России. Если посмотреть по именам: Борис Булкин, Иван Смирнов, Дмитрий Четвергов, Дмитрий Малолетов. То есть это цвет нашего гитарного искусства. И большую часть сценического времени занимать будут они. Организаторы обещают, что дождь праздник не испортит. На случай непогоды закупили 50 зонтов и дождевики. В пятницу и субботу в Плёс из Иваново и обратно будут ездить специальные автобусы. С их расписанием можно ознакомиться на сайте Департамента культуры и культурного наследия. Билет в оба конца обойдется в 50 рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.